выпуске я расскажу о своем One Man Project и Angel of God с альбомом Disgarmonia 1 апреля 99 года Max Records. Сам издат. Max Records — это я. Вот так выглядел этот диск. Последняя копия осталась. 250 гривен. Avantgarde Black Death Metal. В прошлом выпуске я рассказывал о своем первом прессе Max Records в формате MC Tape кассет. Цена 150 гривен. В наличии 5 копий. Это копия матрица, она не продается. Подписывайся на мой канал, смотри видео. Сегодня я расскажу о чем я еще расскажу. Ну, короче, расскажу. Смотри и наслаждайся. Прошлый выпуск я посвятил Scorpions, нашел 129-ю серию и решил ее опубликовать. Все, пока-пока. Можно приветствовать тебя с очередной серии Metal TV. Сегодня я скажу о дисгармонии в своем первом прессе в формате CDR. Цена 250 гривен. Вот так вот выглядит. Тут просто название песен. И время звучания. Вот так выглядит накатка диска. Диск идеальный. Последняя копия 99 года. Цена 250 гривен. Продаю за бесплатно на Олексе, на Facebook и через свой лейбл CyberMax Digital. На Фейсбуке у меня две страницы. Итак, эта кассета, ты слышишь, она уже трендер старенькая. В прошлом выпуске я рассказывал о кассете. Вот, кстати, продают 100 гривен. Шорт, они на меня маленькие. Я пока в прошлом выпуске рассказывал также о Switch Records, где я продавал свои кассеты. Ну, этот альбом не очень пошел, потому что в Харькове фанатов Avantgarde Black Death Metal очень мало. У нас в основном любят Black Metal. У нас Харьков — это столица Black Metal. Кстати. Смотри, переходи по ссылочке, которая сейчас появится, на мой канал обзоры и отзывы. И смотри, там несколько видео. Обзор футболки Kiss, Rammstein. И еще, по-моему, что-то. Короче, посмотри, сейчас будут появляться все эти видео. Вот. Вот сейчас ты слышишь тему. Примитивная жизнь. В 150-й серии ты видел, слушал. Сатана здесь правит Бог. Вот сейчас ты слышал песню «Возмездие». Частично. Сейчас примитивная жизнь. Тема. В этой серии я не буду пока рассказывать
о том, кто может подтвердить мое музыкальное творчество 90-х годов. Это я расскажу. Сейчас тут 51-я серия. В следующей серии я расскажу о переиздании на Slim, в формате Slim CD этого альбома 2016 года. А в 153-й серии уже расскажу о репрессии. Вот. А потом расскажу о следующем репрессии. На другом лейбле. И вот как раз 151, 152, 153 серии расскажу о репрессии на кассете и расскажу о хозяине лейбла, который мой друг и который как раз издал все мои альбомы, все мои проекты на кассете. Ну почти все, то я на парт он почему-то не захотел, потому что это death metal, да, короче. В основном Black Avantgarde. Ну, хотя он не Brutal Death издал там. Ну, короче, поиздавал все. Noise там. Я у него издал. Ну, надо будет посчитать, сколько я всего издал. Сколько еще издал. Да, вот. Я не люблю делать сценарии к видео. Я именно импровизирую сразу на камеру. У нас не показуха. Так. Это One Man Project. Тут я использовал гитару Джексон, по-моему. Потом использовал Ибанес. И Хонда у меня была малазийская. Но я не помню, использовал, тут не использовал записи. Не помню. Из процессоров и педали использовал Metal Zone боссовский и 505 Zoom. О, точно. Использовал драм-машину Alesis. Вот. Микрофон Philips. Наушники Philips. Были у меня классные такие наушники Philips, короче. С длинным проводом метров 5. И там, короче, на вот этих вот, как они называются, ушах были прямо эти регуляторы громкости. Можно было регулировать каждый наушник. И еще было можно переключить стерео и моно. Классные наушники, блин. Но они сдохли совсем недавно. Год назад, два назад. Короче, в одно ухо уже тетю размагнитилось. Короче, вытянуло их нахрен. Вот. Материться мы тут не будем. О, вот эта тема называется «Козел отпущения». Это именно экспериментальная версия, да. Вот, слушаем, наслаждаемся музычкой. Так, что еще рассказать вам, а? Что еще рассказать? Планы, то потом, в следующих сериях. Вот, этот альбом 93-го года, да. Я его записал в 99-м году на порта 007 Tascount. Вот, или 98-м, ну не, 99-м, короче, не помню, каком, ну в 90-х годах точно, ну в 99-м году вот я его издал на диске, да, на диске, на кассете. Вот, Max Records, лейбл, мне сделал логотип. Влад делал, логотип делал. Вот это, кстати, оформление к альбому тоже Влад делал мне. Он мне делал ко многим альбомам. И логотипы, Реквиум логотип я сам сделал, ну то потом, да. Инцестом. Он мне сделал логотип. Хигвайт я сам сделал логотип. Ну вот, короче. Слушаем. Mm-hmm.
новое сказать, как эта песня делалась. Ну, она писалась в обычном ритме, а потом с помощью тоскам я ее просто замедлил. Вот, не помню, на самый там скорость регулируется тосками. Можно ускорить, сделать типа как вот эти мультики всякие, либо замедлить скорость, как здесь. Это самая медленная скорость, да. И получается все инструменты, они тихо слышно. Вот. Получается тут все инструменты, и бас, и две гитары, и вокал, и барабаны, по-моему. Ну, все медленно, в медленном темпе. Да. Вот так вот делается. Так я делал, да. И с помощью компьютера. Компьютера у меня тогда вообще нахрен не было. Компьютер у меня появился только в 2006 году. Все эффекты я делал самостоятельно. Вот, кстати, сейчас могу в одном альбоме Incest, альбом Люцифера называется, это All Black Metal, один альбом. Вот это у меня два проекта Incest, один Brutal Death Grind Metal, там несколько альбомов разных, Brutal Death и Grind Death, да, вот. Это один Incest проект. А второй проект Incest — это Raw Black Metal. Да. Как Доминион. Один альбом у меня есть Raw Black Metal. И второй альбом — это такой симфа, экспериментальный Black Death Metal. Да. Ад на земле. Вот. А Raw Black Metal, Доминион. Ну, я потом расскажу. Это тоже One Man Project. Да. У меня One Man Project очень много. Вот сейчас продемонстрирую. Сейчас вот. Вот есть у меня дверца тут, и я ее, вот она скрипит как. Ну, сейчас она плохо скрипит, а то скрипела больше. Вот, короче, я ее пропускал через Zoom 55, вот, и, собственно, делал эффекты без помощи компьютера. Вот, делал эффекты, и получался такой адский звук, вообще как вот, блин, там какой-то песни Iron Maiden, помню, там, когда скрипело там что-то там, где-то Харрисон что-то там говорил, наговаривал. Вот. А я сделал все это, так сказать, домашних условий без помощи компьютера. Компьютер, я сказал, в 2006 году появился. Поэтому все мои проекты были созданы с 90 по 2000 год, включительно без помощи компьютера. Кстати, есть экспериментальная музыка, которую я с удовольствием был бы рад, чтобы она звучала в каких-нибудь фильмах ужасов там или типа Тарковского что-нибудь. Так что обращайтесь на Facebook Максим Вяхов. Такой блюз, адский блюз получается такой. Я пока-пока. Подписывайся на мой канал. В следующей серии ты увидишь репресс на CD. Мой первый репресс на моем же лейбле, только не Max Records, а CyberMax Digital. 2016 года в формате Slim CD. И услышишь продолжение альбома. Подписывайся на мой канал. Пока-пока. I'm a sleeping up prayer.